Погода для купания неподходящая, а вот для спасения в самый раз. В Заволжском районе состоялся традиционный слет сотрудников аварийно-спасательных подразделений региона. Лучшие в своей профессии приехали, чтобы показать, как хорошо они умеют вытаскивать людей из воды и оказывать им первую помощь. В данных соревнованиях принимает участие 10 команд областного учреждения, нашего учреждения, и две команды мы пригласили. Это аварийно-спасательное формирование города Иваново и поисково-спасательный отряд города Кинешма. И с каждым годом мы увидим, как у нас растут ребята, вот, и в рамках профессиональной подготовки, и в рамках тех мест, которые они занимают. В этом году очень хорошо выступил поисково-спасательный отряд Ивановской области. В программе соревнований подача круга на дальности точность, эстафета по плаванию вольным стилем на дистанции 50 метров, гребля с извлечением пострадавшего, спасение вплавь и, конечно, испытания для водолазов. В каждой команде по 4 человека. Новичков здесь нет и быть не может. Самое сложное в водолазном утепе выход группы по водолазной тревоге. Это самое, соответственно, не сбить дыхание, не сбить дыханием при выполнении задания. И четко слушать команды, обеспечивающие водолаза. С учетом всех этапов соревнований, общекомандные места распределились так. Пальма первенства у спасателей из города Кинешма, серебро у областного ПСО. Третьими стали сотрудники аварийно-спасательного отряда города Иваново. У остальных участников есть год, чтобы поработать над ошибками. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново, Заволжский район.